Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Fusion. И сейчас я покажу вам, как разрешить установку приложения из неизвестных источников. Итак, мы открываем настройки. Далее проходим в раздел «Приложения». Выбираем здесь специальный доступ. Далее выбираем «Установка неизвестных приложений». Выбираем источник, которому разрешим установку, и ставим галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.